Доброе утро, ребята. Сегодня мы отправляемся в город Потсдам. Едем на рыбалку. Решили мы сделать паузу и немножко остановились размять ноги. Посмотреть на эту утреннюю красоту, утренние памятники, эту тишину, спокойствие. Глинецкий мост, мост Германии, через реку проходит Хафель. Соединяется берлинский район Ванзе и город Потсдам. До объединения Германии посередине моста проходила граница между ФРГ и ГДР. Несколько раз на нем происходил обмен арестованных шпионами между советскими и американскими спецслужбами. Так его и назвал народ шпионским мостом. Он очень красив. Время 8 часов, и слушайте звон николаевских колоколов. Как это прекрасно! Мы приехали на наше рыболовское место, на канал. Около нас прекрасная церковь николаевская. И сейчас мы начнем ловить рыбку. А вот и рыбку поймали, крупная плотва. Стоп. Ого, есть? Она тяжелая. Ой. Все, не могу. Сейчас упадет в воду опять. Она заблокировала, видите, ура, рыбку поймала. А ловится рыбка у нас на кукурузу и на червячков. Так, знаешь что? Пока ребята продолжают ловить рыбку, мы решили с сыночком прогуляться. Прогуляться по каналу и подняться немножко выше, посмотреть Николаевскую церковь. Возьмем вас с собой. Посмотрите, какая здесь очень красивая площадь. Также здесь есть музеи, но, к сожалению, при короне мы не можем посетить их. Обязательно приедем, когда все откроется, и будем посещать. А вот знаменитая Николаевская церковь. Кстати, на этой неделе служение проходит на улице. Даже на улице люди сидят в маске. Но, к сожалению, я постеснялась их снять. Ребята, на этом я заканчиваю свой небольшой вложик о рыбалке. Наловили мы 50 рыбок. Прощаюсь я с вами, желаю вам крепкого здоровья и всем пока-пока.